Друзья, здравствуйте все пренепременно. Я хочу показать некоторые розочки, которые расцвели. Ну, есть, конечно, и старые розочки, которые еще цветут. Но у нас такое пекло, 40 градусов в обед точно есть, потому что 35-37 в тени. Джудзи Обскюр. Во всей красе, в полном распуске. В тени под навесом у меня стоит, я уже говорила, наверное, потому что по-другому никак. У нас 40 градусов жары. Посмотрите, это Чарльз Дарвин. Вот. Вы знаете, и в тенечке вот так вот ничего, так розочки держатся, остинки. Осенью, конечно, они будут у меня на открытом небе, а сейчас вот под навесом. Вот таким. Ароматная роза, конечно. Такие красотульки. Обильненько. В этом году она уже себя держит. Джудзи Обскюр. Вот такой побег она дала, я показывала. Вот. Метровый, наверное, где-то. Красавица. Смотрите, какая красавица.
Ritrovare
Svatatsavitvarenin.